будет там или нет? Двери закрываются. Следующая станция Новохохловская. Please mind the closing doors. The next station is Новохохловская. Скажите, почему знакомый Восток? Восток Москвы. Связывая район. Вообще нет этих границ. Просто, знаешь, с тобой жили, как он уезжает теперь. Я не хочу там жить. Теперь не хочу. Только слышал только победу. Пока нужно. Пока нужно. У каждого он свой. Вон у нас уже есть вратарь, я сегодня познакомился. Для выхода воспользуйтесь пунктом. Мне Костя тоже неплохо стоял. Станция Не мешает, это же репортаж. Станция Новохохловская. Следующая станция Нижегородская. Старые добрые. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Нижегородская. Автобус, то куда входит, или троллейбус. Сразу подскочится, мне кажется. Не продажи большие, но это Согласись, квартира опаленная. Дороже, нежели эта квартира. Знаешь, я сейчас скажу. Я ездил вообще. Там метро нету, короче. Это еще в Москве, я понимаю, что это даже не спальный район Москвы. Я ведь не понял, что даже моя хата, короче, я слышу метро везде. Воспользуйтесь кнопкой. Точно. Прикинь, там целый район. Станция Нижегородская. Рейс из Нижегородская. Есть Wi-Fi, это будет. На Wi-Fi еще говорит. Я не знаю, почему в вагонах метро, которые оборудованы вот с такой кнопкой. Все, что не работает? Потому что там во все двери всегда входят. Такое огромное количество. Я сидел на вечер. Ну а почему Берлин? Ну, там я здесь нет. Наверное, метро пассажирков такой. Хорошо. Станция Нижегородская. Следующая станция Андроновская. Выход железнодорожной платформе Ризер. Проезжаем ВДНХ. ВВЦ. Памятник советской ДНХ, появившийся в 1979 году. 250 миллионов парки, пруды и фонтаны возвели для главной выставки страны. Сейчас двери закрываются. Следующая станция
Андроновка. Зорге. Выход к железнодорожной платформе. Лидер в казанском направлении. Человека, который предсказал начало войны. Все так и это. Он сказал, что там типа он сказал июнь. Не предсказывал, он просто сказал. Но сведения будут, что там будет. Не сказал, что это Иван. Мы то, что делаем прямо поняли. А потом попали просто поняли. Планировали еще этот переезд, прохода нет.